Всем привет, друзья! Сегодня хотел бы вам представить обзор на новинку от компании ICM, модель под номером 24111. Это у нас, скажем так, отряд специального назначения. Кстати, классный, красивый буксат. Кто его рисует, еще молодец, красивый. Дальше плотный картон. Инструкция. Литник, номера красок, буквенное обозначение, это у нас номера красок, какими красить, цифровые обозначения, это номера деталей на литнике. В наборе у нас присутствует, так, два литника, один прикольный, очень виниловый литник, понравился мне сильно, это у нас ласты, вообще прикольно, мне понравились. Я уже так краем глаза посмотрел наборчик. И еще у нас есть маска. Она выполнена из прозрачного пластика. Так, ну давайте наш обзор. Что тут у нас? Стыка пресс-форм нет. Так, лицо пролито отлично. Все черты лица. Все хорошо сделано. Мундирование пролито, ну, хорошо, то есть с учетом того, что здесь будет присутствовать большое количество навесного, скажем так, оборудования, то будет вообще смотреться классно. Модель достаточно такая большая, то есть вот только нога у нас 5, практически 5 сантиметров, ну, не 5, наверное, поменьше маленько, 4 сантиметра нога. Такая достаточно приличная модель, классно, мне понравилось. Так, кисти у нас сделаны, выполнены отдельно, на это обращу внимание. Так, дальше следующий литник у нас, мелкие детали, все пролито хорошо. Даже курок пролит классно, то есть ничем-то не залито, а нормально все пролито. Дальше, ну, тут все хорошо и чисто. Дальше, прикольный литник, вообще понравился, еще раз говорю. Это ласты, они виниловые, они как настоящие вообще, смотрятся шикарно. Ну и прозрачный пластик. Маска очень эффектно смотрится. На этом завершу обзор. Друзья, если вы собираете 24 масштаб, современную, да даже если не современную, просто собирайте 24 масштаб, прикольная модель, очень будет смотреться классно на вас на полке. Всем спасибо, всем пока.